Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, забираем здесь награду. Это в первую очередь, потом идем на задание. Так, тут прихватили. Здесь мы с тобой открываем бесплатно колоду. И выпадает там паукус или хан. Хан. Отлично, так, здесь забрали. Теперь нам нужно сразиться в поединках. Ну что, в поединках мы с тобой опять же продолжаем искать на Ваньку. Пассивку будем прокачивать. Так, два джойстика нужно найти. Так, давай попробуем. Геймпад. А нам нужен джойстик. Ну давай, не жмись. Так, один есть. Давай еще один и все. Так, нормуль. И еще нам нужно найти с тобой два ящика с инструментами всего лишь. Ну, я думаю, что это на изи. Так, один. И последний, да, вот он. Так, чего не хватает? Все у нас есть, да? Мутаген есть. Прокачиваем, ребята, до второй ступени. Дальше нам нужно с тобой, ё-моё, тут 6 силовых ячеек крэнгов. Ну что ж, давай попробуем надыбать. Мутаген. Так, силовая ячейка, раз. Два. Телескоп. Опять телескоп. И по ходу дела все, да? Сейчас будут мне здесь мозг выносить своим телескопом, понятно. Так, друзья мои, мы выполнили задание. Давайте возьмем награды. Поднять уровень персонажа, ну, у меня сейчас не получится, потому что не хватит мутагена. Мы с тобой отправляемся на турнирную арену. Так, здесь, ребята, я все собрал. Жетоны у меня, сколько там их? По-моему, 300 штук, если я не ошибаюсь. И начнем мы, давай, с турнирной арены. Так, Лига Сёгунов 3 звезды, ранг у меня 86, 27 откатов. Ну, в принципе, мы можем с тобой сейчас дойти до Лиги Мастеров, я думаю, 2 звезды спокойно. Так, 64 уровень. Здесь у нас будет один Армагоша. Я думаю, что он справится с этими олухами. Естественно, его супервалун еще никто не отменял. Так, вот они, ребятулечки стоят здесь. Ну вот смотри, я тебе сейчас скажу следующее. После того, как у меня появился Армагон, Супер Шреддер, да, а до этого, когда у меня был Леонардо и Усаги, все стало намного проще. Раньше мне приходилось долго очень драться на арене, да, хоть чтобы какие-то результаты были. Теперь мы все это делаем с помощью парочки персонажей. И причем довольно неплохо мы с тобой бустимся. То есть топовые места мы с тобой в последний, наверное, год занимаем только шорох. И никто нам здесь не мешает. Так, один из подписчиков написал, что на следующей неделе у меня будет достаточно осколков платиновых, да? Чтобы мы смогли перевести. Так что, друзья мои, кого будем переводить в платиновый ранг, вопрос актуальный. Так что давайте, наверное, сделаем такое небольшое голосование. Как обычно мы это делаем, вы пишете, кого бы вы хотели. Я потом смотрю по комментариям, приблизительно подсчитываю большее количество, за кого проголосовали, и того мы будем с тобой апать. В конце видосика я, наверное, хотя зачем в конце видосика, когда можно и сейчас посмотреть. Друзья мои, вот смотрите, кто у нас еще не в платиновом ранге. Пульверизатор, Змея Карай, Паукус, Нейтрализатор, нет, Нейтрализатор в платине. Бакстер Муха, Рафаэль, Донателло. Нет, Донателло не входит. Леонардо классический, Микеланджело ролевой, Мондо Гекко, Кирби Мышь, Макман, Острозуб, Лисичка, Леонардо фильм, Саблезуб, Рафаэль ролевой, Кейси Джонс и Крысиный Король. Оригиналы Леонардо и Микеланджело, плюс Ксевер Монте, Скрип, Бибоп, Микеланджело фильм, так же как и Рафаэль фильм, Хан, Микеланджело классика, Морозильная кошка. Ну, ребят, ну тут очень много. Донателло Космос, Рокстеди фильм, Рафаэль классический и Донателло фильм вместе с Эйприл и Мутагеноидом. Так что выбор офигенный. Я думаю, что можно выбрать достойного персонажа. Я бы, знаете, что советовал бы вам?
голосовать за массовика. Именно за того, у кого есть массовые атаки, потому что от него будет больше толку нам в дальнейшем. Потому что ты сам прекрасно видишь, у нас с тобой Леонардо, Усаги, Армагон. Кто у нас там еще из имбовых? Супер Шреддер. У них у всех есть массовая атака. У Ваньки стиранка. И намного лучше идет прогресс. Потому что если, например, взять ту же самую Кирби мышь, она просто хиллер. По атаке она вообще, ребята, ничтожна. И толку от нее никакого не будет. И я, если выбирать между Кирби и морозильной кошкой, лучше бы взял бы морозильную кошку, потому что та хотя бы еще бафает наш отряд на ускорение, плюс она еще и хилит. И она может заморозить врага на один ход. Так что, ну, это дело ваше, ребят. Кого вы попросите, того мы с вами и прокачаем. Так, ну что, нам остается совсем чуть-чуть, и мы с тобой перейдем уже в Лигу Мастеров. Но сегодня хотелось бы мне не просто зайти в Лигу Мастеров, а мне бы еще хотелось бы получить где-то Лига Мастеров 2 звезды. Неделя-то все-таки заканчивается. И нам нужно поднажать. Так, я думаю, еще один поединок. Нет, скорее всего, еще два. И мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров. Так, давай, наверное, возьмем Армагошу. Баксер куда-то лезет вечно. Так, 66-68 уровень. Уже, ребята, как говорится, критическая точка. Потому что Армагон уже не будет справляться, если 70 уровень врагов будет. Так что надо быть аккуратным. Здесь пока он всех, ну, как ты видишь, валит налево и направо. Ему это легко дается. А вот дальше будет проблема. Так, ну что, перейдем? Нет, я так и думал, что, ребята, еще один поединок нужно будет сделать. Ладно, давай выбирать. Дадут мне 17-22 или нет? 16-22, отлично. И как некоторые ребята заметили, да? Так, 69, подожди-ка секунду. Блин, не то. Тут все равно нужен нам Армагон. Супер Шреддер, он не справится со всеми. А тем более тут почти 70 уровень противников. Нам нужно с тобой все делать без ошибок. Потом нам, естественно, придется взять еще одного персонажа. Это подстраховка, как я ее называю. И она уж, поверь мне, лишней не будет. Так, вот, ребята, первая опасность. Хорошо, что Донни не пробил. На тебе. Да, Эйприл тоже не пробил, а если так, бросить люк? Серьезно? А слизь? Есть. Мутагино и такой довольный. Это, кстати, ребята, бывший Тимати. Да я думаю, вы и так знаете. Потому что, судя по вашим комментариям, как вы мне эту игру расписываете, это что-то с чем-то. Вы, видимо... Вот я не знаю, ребята, вот смотрите. Мое поколение, да? Когда черепашки-ниндзя были, ну, это, можно сказать, так был топчик в свое время. Вы уже будущее поколение, да? Как бы для вас... Черепашки, ниндзя, они уже далеко-далеко как бы в прошлом. И тем не менее, очень-очень много фанатов этой игры. Не то что игры даже, а мультика, мультсериалов и тому подобное. Меня это как бы немножко радует. Знаете, как этот, рожденный в СССР, кто родился типа в эпоху СССР и в эпоху вот сейчас вот России, да? То есть ему есть с чем сравнить, что было раньше и что сейчас. Вот, а вы как бы уже рожденные в России. И тем не менее, черепашки, ниндзя у вас очень даже интересует. Это радует. Кстати, надо было попробовать нам новый удар, который мы с тобой прокачали вот у Донателло Космос. Это метеоритный удар. Но я что-то про него забыл. Это так, уже по стандарту ударил. Так, ну что, мы уже с тобой в Лиге Мастеров. 74-я позиция. Я думаю, две звездочки мы сегодня с тобой хапнем. Единственное, что надо как-то уже брать подстраховку. Хотя здесь еще пока не нужно. Интересно, в этот раз Донателло сможет выжить или нет? В тот раз он почему-то у нас выжил. Каким-то образом, чудом просто. Я хочу сейчас проверить, сможет ли Армагон его здесь наказать или же нет. Поехали. Тыч. Слушай, ну вот здесь он его вырубил. Все-таки, ребята, здесь рандом. Здесь нельзя сказать на 100%, что Армагон может разрулить какую-то определенную ситуацию. Он может также сфейлиться.
причем на ровном месте. Так, вот интересно, да? Смотри, вот только моя аватарка здесь, и все, ребята, больше нету. Что случилось, я не знаю. Видимо, скоро разработчики, может быть, исправят этот баг. Ну, как-то, знаешь, такое ощущение, что я здесь один в игре играю. Остальные все куда-то исчезли. Просто складывается такое впечатление. Никнеймов нету, одни боты. Кстати, один подписчик написал, что у него то же самое. Я думаю, что это у всех так. И подумайте теперь логически, да? Если многие играют в эту игру, то почему нету реальных персонажей? А почему играют только одни боты? Вот такая вот, ребята, загвоздочка. Ну что же, мы переходим с тобой на 42-й, да? 45-й. 45-й ранг. Так, ну давай обновим. 16-22. Блин, ребята, у меня режим сбился. Вот представляешь, я ночью сижу, дрынкаю, да? А весь день потом отдыхаю, сплю. И мне вот завтра на работу с утра, как я буду ложиться спать, я ума не приложу. Сейчас 8 часов вечера. По идее, нужно уже на боковую. А и у меня не в одном глазу, ребят. А завтра с утра вставать, извини меня. В 5 часов утра надо быть уже на ногах. И это проблема. И это проблема, плюс еще надо приготовить себе еды на работу. Не знаю. Все, весь график сбился. Не знаю, с чем это все связано. Может быть, то, что лето. У нас же здесь все-таки, ребята, белые ночи. Я надеюсь, вы знаете, что такое белые ночи, да? Это когда нет ночей вообще. То есть, что ночью, что днем всегда светло. Так же, как и днем. И то же самое касается полярная ночь, когда практически нету белого света. То есть там где-то на 2-3 часа солнышко выйдет, посветит, и все, ребята, и опять темнота. И вот эти вот из года в год, как тебе сказать, то светло, то темно. Организм, конечно, очень страдает этими перенагрузками. Люди, которые приезжают сюда с югов, они вообще не могут долгое время привыкнуть. Как так? Летом у вас все время светло, а ночью у вас... Ой, зимой у вас все время темно. А вот так вот. Живем-то где? За полярным кругом все-таки. Так, ну что, друзья мои. Давайте возьмем, наверное, вот эту вот команду. Армагон тут уже 73-й. Тут надо, ребята, брать подстраховку. Это уже однозначно. Тут никуда ты не денешься. И вот я думаю, сегодня нам проходить испытания или все-таки попробовать нафармить нам на Рокстеди? Нам нужно всего лишь 2 ДНК получить на него. Всего лишь 2 ДНК, и мы сможем его прокачать. Я, наверное, все-таки, ребят, попробую пофармить, если он нам выпадет быстренько, да? То, естественно, мы с тобой переключимся на испытания. Ну, я имею в виду на следующие. И попробуем его пройти. Хотя, что там пробовать, там дают нам топовых персонажей. Пройдем мы с тобой с закрытыми глазами. Так, ну что, Лига Мастеров 2 звезды. Как ты видишь, сотое место. 16 уже откатов всего лишь осталось у нас. Ну, я думаю, что хватит нам, наверное, перейти. А нет. Если мы с тобой будем по 2 персонажа тратить, не хватит у нас перейти, ребята, с вами в Лигу Мастеров 3 звезды. Хотя, давай не будем загадывать, посмотрим, как оно пойдет. Так, сегодня после черепашек я планирую, друзья мои, сыграть в Days After. Мне нужно скрафтить себе стол. Каменоломню, или как оно там? Камнетесный стол. В общем, ребята, швейную фабрику я себе поставил. Фабрика, это так сказано, знаешь, фабрика. Обычный стол, где я могу делать теперь ткань. Но мне нужны теперь камни для того, чтобы улучшить нашу вышку до 3 уровня. И как ты знаешь, на 3 уровне у нас появляются новые с тобой локации, куда мы с вами сможем отправиться. И спасибо ребятам за предупреждение, что они сказали, скоро там, наверное, какой-то порог есть определенный, да? Когда будут реальные игроки, и, естественно, они будут приходить на твою территорию и грабить ее. Вот это будет плохо. Поэтому домик нам нужно как можно быстрее обстроить, плюс поставить турели, но для этого нужно нам прокачать еще один уровень.
Тогда мы сможем выставлять турели. Я не знаю, как они будут, легко разбираться или сложно. Надо будет все это делать. Плюс собаки. Собак тоже нужно как-то выращивать, кормить. Я не знаю, как они вообще повышают уровень. Там непонятно, неопределенность какая-то. Я могу их максимум только выпускать погулять на своей территории. А вот кто-то говорил, что можно брать их с собой. Там есть, в принципе, ячейка, да, где можно взять пса с собой. Но как это делается, пока не знаю. Может быть, они действительно еще не доросли до этого. Так, ну-ка, подожди, давай-ка мы не так сделаем. Что это я? Оу, а тут-то у нас осталось всего лишь 3 персонажа, да? Из слабеньких. Ладно, все равно я буду отыгрывать. Поехал, Супер Шреддер. И Супер Шреддер, сказали, сделал Бакстер Стокман. Да, слушай, действительно, его-то сделал Бакстер Стокман, я немножко попутал. Я попутал с тем Шреддером, который оживает. Вот, ну, Шреддер из ада, так скажем. То есть это был обычный, да, Супер Шреддер, потом его убили. И Валакас, или как его там, Квасакас, ну ты понял, о ком я говорю. Он его реанимировал, да, а вызвал его тигриный коготь, да, через амулет. Что-то вот типа того. Так, 74 уровень здесь максималка. Мы с тобой отыгрываем вот этих двух персонажей. Блин, я хочу, чтобы у нас Кожеголовый тоже перешел в фулл пятую звезду. У него 4 звездочки. Надо как-то, я не знаю, ребята. У нас есть событие, да, на него. Но что-то мне подсказывает, что фигушки мы там его нафармим. Тем более нам очень много нужно ДНК для этого. Так, ты посмотри, у меня Пит выжил. Я удивлен, 45 уровня от Донателло 73 уровня, он выжил. Как ни странно. Так, пора-ка с ним, наверное, кончать. Ну-ка, хвостом. Угу. Тогда укусик. Вот таким вот образом. Ладно. Сейчас посмотрим, какую мы с тобой занимаем позицию. И это у нас будет где-то 45-е, 44-е. 46-й, что ж такое, я не угадываю все время, а? 17-24. Так, берем с тобой этих двух бойцов. И раз, два, три. Я думаю, что уже не надо, ребята, брать имбу. Достаточно взять Армагона. И уже у нас довольно сильные персонажи, которые могут сами за себя постоять. Но это не точно, потому что противник имеет 70 какой там, 77 уровень. Нет, ребят, еще рановато. Еще рановато. Тут только может имба справляться с этими ребятами. А из имбы у нас с тобой кто был, тот уже отыграл свое. Бакстер Стокман, Микеланджело и кто еще там? А, ну в принципе этот Крис Брэдфорд может, наверное, за себя еще постоять. А с остальными нужно отправлять топчики. Так, дадите мне 17-23. Ой, 24, вот есть. Так, ну что, берем Армагона. Берем с тобой. Блин, что-то слишком много слабых. 79 уровень. Слушай, наверное, нам надо будет все-таки брать кого-то для подстраховки. И это будет Усаги. 7 откатов у нас остается. Это буквально, ребята, на 3 поединка. А за 3 поединка мы с тобой перейдем в лигу мастеров 3 звезды. Да. Нам хватит запала. Так, ну что, Армагон, давай добивай. Чётенько. Так, а у нас сегодня случайно не открываются новые события? Я не заходил и не смотрел. Сегодня вообще что за день недели? Вообще потерялся в пространстве. С этими выходными, проходными. Так, 18-й ранг. Давай мне... 17-24. Что ты ломаешься, я не понимаю, а? Вот. Так, берем Армагона. Так, так, так. И вот так. Ну, естественно, сейчас Микеланджело будет вешать на всех уклоняшку. Это необходимо. Поехали. Так, уклонение. Дальше сходит у нас Армагон со своим валуном. Ну, здесь он, конечно, вряд ли кого-то подобьет. А, Донни упал.
Так, Ванюша, или... Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Раз. Это ты зря делаешь, парень. И добиваем смертельной волной. Все, переходим с тобой дальше. Сколько у нас там еще? Поединок другой остается, да? Потому что персонажей мало. И это как раз будет переходящий момент у нас для Лиги Мастеров 3 звезды. Так, давай-ка мы здесь. Раз, два, три. Слушай, ну еще очень много персонажей, которых нужно отыграть было. У них инициатива офигенная, да? Они меня здесь растопчут. Поэтому нам придется с тобой, наверное, убрать Сплинтера, взять Шреддера. Потом отыграем Сплинтера. Ну, остальных там, кто у нас? Сплинтер идет, Карайка. В общем, всех слабых персонажей. Так, постепенный урон плюс добивка валуном. Все. И я даже не сомневался, что у нас это получится. И теперь мы, наверное, переходим, да, с тобой получается. Да, Лига Мастеров, ребята, 3 звезды. А поединков у нас с тобой сколько? Сейчас посмотрим. По-моему, там один. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, 4-5. Как думаешь, мы сможем справиться с тобой вот этим отрядом, не применяя откатов? Давай проверим. Я немножко, конечно, сомневаюсь. Потому что у них кролики эти. Так, Рахзара, естественно, берем сразу в провокацию. Видишь, что делает? О-о-о-о-о, уклоняшку? На всех, ребята, прикинь, на всех. Мы с тобой делаем тогда так. Дополнительную защиту берем. Это раз. Во-вторых. Что? Ух. У нас хил есть? У нас нет хила. Да ты заколебал, прикинь, он массовыми атаками, ребята, меня бомбит. Сплинтер практически готов, да? Значит, мы с тобой сделаем вот так вот. Берем провокацию. Делаем вот так вот. Тыч. И промахиваемся, прикинь. Плюс делаем с тобой дополнительный баф от сплинтера. Кого бы нам ушатать? Наверное, вот так сделать надо. Мимо? Какого лешего мимо, ребята? Это что такое? Это что за фокус? Я не понял. Ну-ка, если так сделаем. Да, друзья мои. А это еще и хиляет, прикинь. Вот это попадос. Вот это называется попадос, ребята. Ну-ка. Я не могу попасть вообще. Ну-ка, проникающий. Ну все, ребята, я просто в шоке. Это упит, такое уклонение вешается. Вы серьезно, блин? Не могу. Все, тут, по-моему, нам хана, потому что, ребята, провокации у меня больше нет, сейчас начнется. Один, второй. На разборку, да? Вот это да, вот это я. Да ты посмотри, блин, что он творит, а? Гад этот несчастный. Я не могу ничего с ним сделать. Вообще не могу их пробить, блин. У них 78 уровень, у меня 80-й. О, все, тут крышка. А нет, нет, еще пока живем, ребята. Но Рахзару, видимо, сейчас не сдобровать будет. Сейчас его распетрушат. Этот псих недоразвитый начинает, слышь. Я в шоке. То, что здесь сейчас творится, ребята, это просто жесть. Надо было мне в свое время пита этого гасить сразу же. Ага, попади по нему. Вот, молодцы. Трындец. Я офигеваю, что они тут делают. Пробьем? Пробьем, ага. Аж 20 раз пробили. У этого еще двойная атака, прикинь. Сейчас кому-то будет бобо.
Вообще-то, все, ребята, вот вам элементарный пример. А знаешь, почему мы здесь проиграли? Потому что у нас слабо прокачанные персонажи. 80 уровень. 80 уровень ушатали. 78 и 79. Знаешь почему? Потому что у них все прокачано по фулке. Я еще раз тебе говорю, вот тебе элементарный, ребята, пример. 84-я позиция, ладно. В общем, мы с тобой определились, что на равных драться с ними бесполезно. Все равно тебя здесь ушатают. Так, ладно, зайдем в магазин, кое-что глянем с тобой. Так, здесь нам ничего не приобрести. Здесь тоже 340 жетонов. Тоже здесь ничего мы не возьмем. Так, испытания. Мы хотели с тобой здесь попробовать найти, пофармить вот эти два ДНК. Поехали. Не то. Да вы серьезно, что ли? Ну, хорош издеваться, а? Дайте мне просто на Рокстеди два ДНК и все. Нет, ребята, не хотят, блин. Ты посмотри, специально. Розара дают, блин. Есть. Все. Все, вот теперь я спокоен. Почему? Ну, потому что, друзья мои, мы с вами прокачиваем Рокстеди. Да-да, прокачиваем его. Все у нас хватает? Фух. Так, а это что у нас такое? Рокстеди опускает голову и бросается на врага. Увеличивает силу атаки на 20%. Вот так вот. Ну что, я считаю, серию не зря, ребята, мы сегодня поиграли. Единственное, что у нас с тобой очень мало сыра. Но мы можем начать, в принципе, проходить. Давай-ка сделаем это дело. Ты посмотри, тут у нас просто красавчики, ребята. Так, если мы с тобой тратим за каждый бой 3 сыра, а у нас всего 16, да, то получается на сколько? На 4 поединка у нас хватит? Нет, на 3. Там 6, 9, 9, даже на 4, ребят, на 4 должно хватить. Но этого мало. Ну ладно, фиг с ним, ребята, в следующей серии уже мы с вами допройдем это событие, да, и все, и получим награды. Сейчас пока... На что у нас хватает. Так, надо было здесь делать массовые атаки. Причем массовые атаки практически у всех есть, кроме Рафаэля. Ладно. Здесь, не забываем, у нас разыгрываются черепашки видения. Это Леонардо и Рафаэль, и Донателло. И они нам все нужны. Плюс кожеголовый, который тоже нам нужен. Так, здесь Леонардо, да? Что я делаю-то? Господи, что я делаю, Рэй? Ты совсем уже, что ли? Зачем ты их убираешь? Я сейчас буду массовыми атаками бомбить. Надоело мне тут на это любоваться. Хотя мы с тобой пока вот эту вот атаку делаем, анимацию смотрим, я бы уже их быстренько так завалил бы. Так, а это у нас кто тут? Рыцари, мутант белки. Давай, шипы. Минус. И Армагоша сейчас свой валунчик закинет. Буф. Замечательно. Так, сколько мы с тобой уже потратили? 6, да? 6 сыра. Получается сейчас 9. А, там же прибавляется с каждым, по-моему, уровнем больше-больше сыра, да, ребята? Это получается последний поединок. Ладно, уничтожим с тобой Крипа. А все остальное уже сделаем в следующей серии. Ну, события в любом случае мы с тобой это пройдем. И никуда оно от нас не денется. Главное, что Рокстеди у нас с тобой прокачался. Все, теперь можно, как говорится, быть спокойным. Единственная теперь загвоздка — это перевести его в платиновый ранг. Но это очень, ребята, долго. Вот дольше всего я их буду переводить в платиновый ранг. Я боюсь представить, сколько мне нужно будет фармить ДНК на кроликов. Ну, кролики — это, по-моему, еще не самый худший вариант, потому что там есть персонажи, на которых нужно будет, ой, как много фармить. Вспомни даже того же самого Бибопа классического, да? Хотя на него можно, ребята, фармить. Есть все-таки событие, но оно очень редкое, но оно есть. Так, ну что у нас? Раз, два, три, четыре, пять поединков всего лишь остается.
Думаю, на следующую серию этого достаточно будет. Так, поднять уровень персонажа. Да, кстати, мы с тобой этого не сделали. У нас 15 тысяч мутагена. И прокачиваем кожеголового, да? Вот еще один, ребята, персонаж стал 51 ранга. Забираем с тобой здесь награды. И все на сегодня. Да, ребята, на сегодня все. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, черепашки-мутанты ниндзя, юные таланты, чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. По ночам спасает всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков, ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры, злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни ниндзя-закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаэлем никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер Сплинтер, конечно, научит всему эту безбашенную черепашью команду. Черепашки-мутанты-ниндзя, 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 юные